Наши малыши подрастают. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вы в мире домашних животных. А это малыши, которые 23 февраля родились у нашей любимой собачки Йоко. Вот такие два замечательных, славных мальчика-зайчика. И вот наши пушистые комочки делают уже первые шаги. Конечно же, для них это не так легко, как кажется, но они очень стараются. Обратите внимание на то, что один из малышей черненький – вылитый мама, ну а второй малыш – вылитый папа. По сути, так и должно было быть. Интересен тот факт, что родились они 23 февраля, и оба у нас мальчики. Малыши будут очень миниатюрными. Они будут карликовыми, так как мама весит всего 3300, а папа и того меньше. Вес папы меньше 2,5 килограмма. Смело можно утверждать, что такие малыши как раз только на подушечку. Мы уже решили, что рыженького малыша мы оставим себе. Ну а для черного, конечно же, будем искать очень хорошую и любящую семью. Но до этого еще очень и очень долго. Малышам нужно подрасти. Пока будем наблюдать за ними, ну и, конечно же, радоваться каждому дню, проведенному с этими пушистыми милыми комочками. Кстати, детки не только пытаются сделать уже свои первые шаги, но они еще и пытаются уже играть друг с другом. Наблюдать за ними очень забавно и интересно. Кстати, черный малыш будет совсем-совсем миниатюрный. Даже при рождении он был гораздо меньше своего братика. Вот такой маленький, но храбрый и упрямый малыш. Несмотря на то, что ему очень сложно, он пытается куда-то карабкаться. Кстати, совсем скоро нашим деткам будет ровно месяц. Так что, друзья мои, ждите видео на первый день рождения наших малышей. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео, и оно было для вас интересным. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал, ставит нам лайки, пишет нам очень добрые комментарии и делится нашими видео в соцсетях. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных! Здоровья, удачи, счастья и отличного настроения вам и вашим близким! Всем пока! Мы вас очень любим!